Так, ну что ж, я проверил, и там ничего секретного. Поэтому идем обратно назад. Thank you.
Блядь.
Да-д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 а-
кого же тварь все-таки за теми вот двумя там вон есть одна хуйта. А это получается. Так, еще вот следующий точно. Так, вот, можно идти.
acciaio. È brutto però, se можно что у нас там. Так, этот сундук был с жизнями, да? Или пойди его все-таки взять. Что нам стоит?
Сейчас дружину, да. Ачивка, да. Два есть и два осталось. Может, ты и попадешь в башню? Тогда-то и начнется самое интересное. А сейчас отнесем эту штуку Самаэлю. Да, отнесем, конечно. Сейчас проверим. Я сундучков не пропустил. Сундучков, сундуки. Да вроде бы нет. Все сундуки все взял. А, с возвращением, всадник. Кстати, мог бы и постучать, но это не в твоем духе. Зачем ты здесь? Странный вопрос для того, кто только что ломился в мой дом. Ты не всегда был черным молотом. Ты живешь в изгнании, отшельником среди надгробий. Почему? Какова твоя роль в происходящем, Ультей? Всадник... У меня есть кое-что для тебя. Вещь хорошая, но для меня хрупковата. Тебе она больше подойдет. Ты не ответил на мой вопрос, древний. Ну, может, мне вид из окна нравится. Тебе-то что? Ты просила помощи, я помог. Если будешь неблагодарным, я могу на тебя рассердиться. Думаешь, я боюсь смерти, мальчишка? Вовсе не смерти тебе стоит бояться. Да, понял, не смерть, а войны. Да, Чивочка, старый друг, мы получили пистолет. Летите прочь! А теперь проваливай, пока не налетели еще голуби, норовящие нагадить мне на голову. Рад снова видеть тебя, всадник. Да я, блядь, выхожу отсюда, дебил. Кто-то съебан. Теперь мы достаточно сильны, чтобы открывать. Врата. Ёбаные врата. Так, ну теперь можно походить. И тут мне помнится. Сюда.
Через эту огромную дырку. Надо. А, точно гвардия. Дать сердце. Вульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Вульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Давай сначала надо кое-что старенькое. Решаю. Есть из-за чего поплакать. Хорошая работа. Теперь займемся делами. Приветствую.